Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Мария Магдалина у гроба. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.